Эта книга сама по себе вкусная, она издавалась на английском языке, это седьмое издание, то есть это бестселлер, семь раз изданный. А на фоне дефицита информации по маслам на русском языке, так это и того больше бестселлер. В комплекте с ней «Колесо эмоций» — это двухминутная или одноминутная презентация в лифте. Здесь можно выбрать проблему, оно с двух сторон, здесь перечислены все масла, не только эмоциональные, все масла ДТР. Мы выбираем проблему и подбираем, находим по ней эфирное масло. Либо наоборот, выбираем эфирное масло и смотрим, что оно дает, от чего избавляет на этой стороне, чего позволяет добиться на этой стороне. За минуту, за две потрясающие результаты. Здесь каталог, все масла ДОТЕРРЫ от А до Я, там, орегано, включая всю экзотику, все смеси, даже те, которых мы еще ни разу в руках не держали. Предметный указатель по эмоциям. Мы открываем и смотрим, что при такой-то, если нас терзает то или иное вот страдание, например, залипание, гнев, смотрим, какими маслами пользоваться. С другой стороны, таблица масел и смеси, открываем Deep Blue, например, DDR Prime или Line, и смотрим его рекомендации. Третье, для тех, кому эмоции темный лес. Здесь руководство о том, как определять по человеку, какие он испытывает эмоции. Слов нету. Одни восторги. Мы ее сейчас переводим на русский качественной, литературной, научной речью, так, что будет не стыдно показать ни соседу, ни в каком-то компетентном учреждении, заведении.